Привет из Братислава, Словакия, столица Словакии. Выехал я уже назад в Будапешт. Сейчас еду на поезде. Сел уже в вагон и снимаю. Да, Братислава стала для меня очень хорошим впечатлением. Очень красивый город, уютный, современный. Словаки очень старались строить, отстраивать столицу свою. Ну, буду ехать дальше, тогда назад домой буду снимать Словакию, Венгрию. Вот такая она, Братислава. Вот с этой стороны уже лучше видно. Правда, не хватило времени все ее обойти, надо было раньше было приехать. Я очень рад, что тут побывал. Правда, деревья закрывает все. Поезд набирает скорость уже. Да, себе все обойти. Это надо дня 2-3 потратить, чтобы Братиславу обойти все. Это точно. Еду сейчас по словацкой провинции. Добротная, ухоженная. Дома шикарные очень. Видно, что. Вот это все пригороды Братиславы сейчас вот. Как раз проезжаю. В принципе, простые люди тут живут, как наши депутаты Верховной Рады в Украине. Добротные очень дома. Вот все поселочек какой. Какие домики стоят. Деревья зря закрывают, жалко, что он еще дома править. Целые коттеджные поселочки, только их просто из-за того, что поезд быстро едет, не деревья закрывают. А все как раз стараются не уступать Австрии и Германии ничем.